проклятых монстров? Кто бы говорил? Я покажу тебе, кто тут настоящий монстр. Нельзя убить того, кто уже мертв, Говард. Нет, ты не Говард. Его больше нет. Прости, но я должен это сделать. Следующий абзац представляет собой краткий пересказ журнальных и газетных статей, посвященных странным событиям, имевшим место на недавних археологических раскопках. Хотя они и вызвали бурную реакцию в рядах мелких местных сект, большинство населения быстро о них забыло. Полиция сделала еще более странное заявление. Суперинтендант О'Нил заявил, что после обрушения подземного города в результате мощного землетрясения, нанесшего урон Аркхаменду и прилегающим городам около месяца назад, некий археолог обнаружил в ранее неисследованных безднах этих развалин труп неизвестного мужчины. В ходе расследования была установлена личность мужчины. Это Говард И. Лорейд, пациент, сбежавший из психиатрической клиники в Элсмот. Как он проник в подземный город, зачем он пришел туда и как добрался до таких мест, куда несколько месяцев не могли пробиться даже археологи, все это по-прежнему остается загадкой. Ha, ha, ha.